22 июня по всей стране вспоминают тот страшный день 1941 года, когда в 4 утра фашисты напали на СССР. По этому случаю в каждом уголке России проходят памятные встречи. В Каспийске у обелиска скорбящая мать представители местного отделения партии КПРФ во главе с председателем Азой Алиевой организовали мероприятие в День памяти и скорби. 22 июня – это самая трагическая дата в нашей стране. Советский народ тогда испытал ужас. Многие мечты разрушили советских людей. Сегодня мы должны чтить память тех, кто погиб на войне, тех, кто остался и после войны, строил наше прекрасное будущее, наше мирное небо. Сегодня снова мы слышим эхо войны, которое никогда мы думали не вернется. Поэтому наш долг сегодня чтить память погибших, уважать тех, кто сегодня принимает участие на СВО, и говорить, распространять, объяснять нашим детям, внукам, которые сегодня бегают здесь, что это история, и забывать его никогда мы не имеем права. На мероприятии также присутствовали заместитель руководителя местного отделения «Боевое братство» Насир Бурчаков, председатель совета старейшин города Каспийска Ганифа Джабраилов, волонтеры медицинского училища имени Азиза Алиева, северокавказского филиала Санкт-Петербургской академии милиции имени Щелкова, представители Всероссийского общества инвалидов, организаций и многие другие. Мы не можем и не имеем права никогда забывать эту печальную историю. Несмотря на это, что бы то ни произошло тогда, конечно же, погибло много наших людей, наших воинов, тружеников тыла, но тем не менее, все-таки, несмотря на все эти проблемы, трудности, которые создали нам фашистская Германия, конечно же, мы победили. Героический подвиг наших воинов, наших тружеников, которые трудились в тылу, конечно же, мы не имеем права никогда забывать. Воспитанники Дома детского творчества исполнили песню «Закаты алые», которая сопровождалась тематической театральной постановкой. А самые юные – всеми известную песню военных лет «Катюша». Помимо этого, перед обелиском была развернута площадка «Письмо солдату», где дети могли написать слова поддержки участникам специальной военной операции. Далее присутствующие почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к вечному огню, а также запустили в небо белые шары. Завершилось мероприятие общим фото и раздачей детям мороженого.